Всем привет, с вами Лев, и сегодня поиграю Bedwars на Hypixel. Это Bedwars с лаки-блоками. В принципе, давайте будем начинать. И я очень давно не играл на Hypixel Bedwars, не снимал его. Да и в принципе играю достаточно редко, поэтому в принципе думаю получится интересно. Так, тем более это еще лаки-блоки, это не обычный Bedwars. То есть здесь будет всякое безумие твориться, вот уже два лаки-блока нормальных попалось. И в принципе окей. Сразу стак блоков беру и посмотрим вообще, что можно сделать из этого, да. Но в основном, конечно, лаки-блоки буду здесь ломать. Так, вы получили еще одно улучшение перчаток. Ваш удар теперь еще более смертоносный. Я не знаю, что произошло, но да ладно, эффекта мне какого не дало. Смотрите, диско броня сейчас будет, что ли? Смотрите, видите, я просто сейчас весь в перемешку в цветах. Нормально. Так, чувак ушел, отлично. Короче, я думаю, то, что многие заметили то, что вообще на экране, то, что здесь какие-то то ли моды стоят, то ли что. Нет, ребят, это как бы, нет, это моды, конечно, но это специальный клиент под названием Bodleon Client. Да, в принципе, вот он называется, да, так вот. В принципе, раньше был сервер, как раз, по-моему, Bodleon он и назывался, это было еще очень давно. Но потом решили его закрыть, и теперь это только клиент. То есть сделали такой клиент специальный для игры на серверах. И действительно сейчас очень круто стало на нем играть. Я действительно попробовал. И сейчас просто смотрите на мой FPS. Просто FPS по 300 на записи даже больше бывает. И это без Optifine. То есть я захожу, никакого Optifine здесь нету. То есть вот так смотришь, написано 189 ванила. То есть нету ни Optifine, вообще ничего. И как бы у тебя все прекрасно работает. Это вообще просто идеально. Это просто очень крутая вещь. И действительно можно даже на слабых компьютерах, я думаю, спокойно здесь играть, записывать и так далее. Если бы раньше бы знал бы, я бы вообще бы мог бы записывать эти мини-игры намного чаще, намного приятней. Потому что и PvP как-то приятнее становится, и текступак очень легко под PvP можно выбрать, если хочешь. Вот сейчас я, конечно, играю с обычного файтфула. Ну, вот этот мой любимый. Ёпта! Тихо-тихо, так, ледяной мост это был, не пугайтесь. Я его поставил, чтобы быстрее добежать, потому что тут гасты гребаные. Еще лаки-блоки. Так, это что? А, это взрывная курица, нет, иди отсюда. Иди ты уже, давайте я попробую ее как-нибудь вальнуть. Потому что я не дает играть, блин. Или не получится у меня. Так, ладно, на меня пока не нападает. Черный лаки-блок, это у нас снеговик, отлично. Может быть, его в другом месте, конечно, надо было поставить. Так, давай, давай. Так, это ловушка, ловушка какая-то. Это ловушка заморожения. Убейся уже, гаст, блин. Реально, что происходит, я не понимаю. Так, уйди. Уйди уже, харе стрелять, блин. Так, вот я вот этого не понимаю. Что такое Bad Point End? Я нажимаю, оно как бы куда-то летит. Но я суть не понимаю, что вообще происходит. То есть я кидаю и все, как бы ничего дальше не происходит. А, что, все взорвано что ли? Да иди ты в жопу, гад гребаный. Я не задрал уже. Как его грохнуть? О, зеленый, зеленый, зеленый. Идет сюда, зеленый. О, спасибо за лед, я сейчас на базу хотя бы вернусь. Огромное спасибо. Вау, а я что, прыгать умею? У меня типа какой-то слайм бутс, я типа отпрыгиваю, наверное. Окей, 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 окей. Вы видите, я здесь даже местами поменял дефолтные эти самые предметы, да, теперь можно спокойно покупать. Это удобно. Так, скелета какого-то заспавнили. Лаки-блоки, насколько я знаю, покупать вообще здесь нельзя. Можно только, ну вот здесь, только вот здесь их ждать и как бы находить всякие разные. Промиссинг лаки-блок. Ты что делаешь-то, ребят, вы полегче. Да. Ну, короче, это безумный Bedwars. О, это зомбяна. Нормально. А, чтобы выбрать своего компаньона, то есть нажимать надо. То есть я правильно сделал, отлично. Так, ловушка, это не для нас, естественно. Горящая картошка, пацаны. Я не хочу умирать, можно зомби отдать? Так, пацан, ты как бы это самое, до свидания. Не надо, не надо, пожалуйста. Нет, чувак, чувак. Не-не-не, я точно не заражусь горячей картошкой, не надо. Я не хочу поджечься и умереть, блин, и взорваться. Иди в жопу, гаст. Гаст, иди отсюда. Как стрелять в нас? Иди отсюда, херач его, чувак. Молодец, херач.
Так, отлично, отлично. У нас есть еще лаки-блоки, можно, кстати, что-то прокачать. Обычный генератор, спешку, наверное, прокачаю. Так, отлично. И еще лаки-блоки дальше открываем. О, разноцветные блоки. Каждый раз, когда ставишь, отлично. Так, яйцо. Это бриджек. Оно стоит один изумруд, если что. Так, блин, эти газы реально уже задрали. Вот прям без шуток. Сколько уже можно-то, блин? Мне нужно уже какой-то лук купить, или я не знаю. Так, может как-то так сделать? А, фигня какая-то. Харай пулять! Газ гребаный. Так, лава рун. А! Нет! Стой! Тут лаву... Я горю! Чтоб тебя, надо пожрать. Так, изумруд. Да харай пулять уже в меня. Идите отсюда, вот я вам воды сейчас напульну. Все, до свидания, чуваки. Да что такое, меня кто-то стреляет постоянно. Я даже не понимаю, что это кто делает. Это гасты, наверное. Надо бежать, потому что, ну реально, это уже издевательство просто самое настоящее. Так, пора наконец-то уже сделать железную броню. Сделаю, наверное, яблочко. Яблочко всегда мне нужно. Я его всегда покупаю, если что, да. В принципе, это моя тактика. Вампир Блот. И генюсь от крови. То есть я бью, видимо, игроков. И как бы я и генюсь от этого. Это прикольно. Так, какие-то ловушки. Они, слава богу, не для нас. Так, окей, давайте сейчас реально подумаем немножечко, что реально можно купить. Можно купить апгрейд каких-то кирок. Или еще чего-то. Так. О, он что-то прокачал мечи на остроту. Неплохо. Можно взрывные вот эти штуки купить. Шары вот эти. Еще один могу купить. Так, есть. Да. Вот такая, видите, раскладка у меня теперь, видите, все по-другому выглядит. Действительно, ну, я считаю, это удобно. Вот еще кирку получше купил. Так, я какую-то курицу одел, и из меня сейчас какие-то яйца выпадают. Это как-то странно, если честно. Так, смотрите, что-то постоянно прокачивается, это очень круто, потому что, ну, действительно, этого не хватает. Я замечаю то, что почти никто этого не прокачивает, все либо на центрах идут, либо еще куда-то. И самое главное, ножницы купить, потому что ножницы это тоже нужно. Ребят, я хотел куда-то побежать, а сейчас я увидел то, что только желтая команда оказывается не сломана. То есть, получается то, что мы, скорее всего, победили в этой игре, что достаточно круто, да. И вообще, если честно, я немножечко даже разучился играть B2S. Ловушка сработала. То есть на нас нападают, походу. Так, надеюсь, там кто-то есть. Потому что нашей-то кровати терять не хочется. Так, финальное убийство сделал желтый. А, там заруба, надо стрелять. Надеюсь, я по своим не попал. Где зеленый? Вот это все в зеленом цвете. Но как бы зеленые команды... А, вот она. Блин, я ее даже не замечаю как-то. Отлично. И это круто. И на самом деле с лаки-блоками, мне кажется, еще сложнее, ну, вообще победить. Так, давай. А, это нормально? Вы видите, что с мостом? Странный мост какой-то. Так, чуваки, ты куда побежал? Ты что думаешь? Так, надо скелетов вольнуть. Так, давай. Скелетоны. Отлично, крипуля. Так, крипуля сверху. Так, еще скелетоны, иди отсюда. Так, отлично, можно каких-то лайк-блоков поломать, я думаю, что это неплохо. Иисус Страйдер. Ух ты, это ж можно на золото. А, он умирает через время. Это я уже пробовал. Ладно, не надо, фиг с тобой. Опять этот газ, блин, ты издеваешься, может быть лук купить? Может быть пора реально лук купить? Потому что, ну, это реально издевательство, опять на нас нападают. Да, так, окей. Окей. Блин, 6 изумрудов надо. Нет, 6 изумрудов, конечно, у меня не будет. Я могу сделать обычный лук. Вау! Это сейчас была просто самая тупая смерть. Я просто не знаю, как это прокомментировать. Это действительно была самая тупая смерть. Чувак, возьми шлем. Он реально хороший. Блин, ну это реально жесть какая-то, блин. Я даже не знаю. Так, а может быть кому-то передать? Чувак, можно я как бы тебе... Хи-хи-хи. Он сейчас взорвется, чувак. Прости меня, как бы случайно, да, как бы не специально. Ну, как бы это. Ну, передай, давай, кидай. А, он выжил. Нормально. Он меня тебе будет ненавидеть, ну, как бы мне пофигу. Но я могу, конечно, ему яблочко купить. Я, в принципе, хороший этот самый. Чувак, беги яблоко. Да.
типа, все хорошо. А я буду дальше ломать лаки-блоки, потому что мне просто делать нечего. Да, в принципе, остался последний игрок. Мне, в принципе, ты прикалываешься? Это издевательство. Как и выкинуть эту горячую картошку, блин? Это капец какой-то. Да. Окей, я надеюсь, что я выживу. А то будет немножко обидно терять эти... Чтоб тебя. Два сердечка. Нет, кстати, выживаю. Раньше я, по-моему, помирал с 100% шансом. Сейчас нет. Сейчас, видимо, то ли броня, то ли из-за чего, непонятно. Я выживаю, так здесь не могу ставить. Лаки-блоков достаточно много накопилось. И у нас последний игрок, которого почему-то никто убить не может. Я не знаю, с чем это связано. Но я так понимаю, что-то пытаются, но пока особо нету. А все на самом деле потому, что... Ты прикалываешься? Почему я все время гоню от этой картошки? Почему эта картошка все время мне выпадает? Вы что хотите, чтобы я сдох уже? Или что? Яда мне двор... А, это направляет к кровати. Так, лава-рун. Боже, жесть какая-то. Так, надо какой-то меч, наверное, купить. Есть меч, есть яблочко даже. И, наверное, пора. Наверное, пора. Я не знаю, что еще покупать. В принципе, мне кажется, то, что есть даже пиджек. В принципе, я добраться до игрока смогу. Только его надо найти. Чего? Так. Ой, бляха. Короче, я не хочу показывать, как я сдох. Потому что мне стыдно. Мне очень стыдно, я просто сдох как лох. Я просто упал. Вот просто шел и упал. И все. Прекрасно. Это просто идеально. Да, это просто прекрасно. Окей. Сколько у нас игроков? Такое чувство, как будто немного. Ну, три как бы. Ну, не скажешь, что много. Но один зеленый, блин. Если он еще победить сможет, то это вообще, блин, весело будет. Ну, блин, я просрал все вещи. Это, блин, вообще, это я как будто специально делаю. Так, в сторону, в сторону. Так. О, смотрите, его оттолкнуло. Капец. Сделаю, не знаю, зачем инструменты, потому что уже, в принципе, кровати нету, можно сказать. И, в принципе, некого ломать. Но, да ладно, да. С кроватью у меня постоянно какие-то проблемы, если честно. Я их никогда не могу разрушить сам. Всегда либо кто-то делает, либо я помираю, либо еще что-нибудь. Это, в принципе, уже традиция. Да, и опять у меня горячая картошка. Реально, я не понимаю, почему она мне постоянно выпадает. Ловушка сработала. Ну, только не сейчас, два сердечка осталось. А, боже. Ты издеваешься, я чуть не охренел. Но почему ловушка сработала? Это как-то странно. Воу! Мы победили. Ребят, мы победили! Еху! Да, мы победили. Чувак в невидимости спалился. Да, и я в какой-то странной темноте. В виде какого-то столба. И это очень странно. Ну что ж, пришло время теперь рассказать вообще, что будет после этого видео. Я думаю, то, что некоторые уже люди догадываются. А именно то, что наконец-то выйдет новый летсплей. На самом деле, сейчас есть некоторые проблемы, как его назвать. То есть, название проекта. И сейчас хотел бы рассказать вообще, как он называется. То есть, у меня есть два названия, которые, в принципе, возможно будут. Это либо Индохаткох, либо индустриальные приключения. В принципе, как я и говорил в одном из видео, я там показывал эту сборку, но, естественно, она была еще очень сырой. Но сейчас она, конечно же, улучшилась, понятное дело. И действительно, сейчас проблема именно в самом названии. В принципе, сама сборка уже готова. Как бы, в принципе, возможно, еще там два мода каких-то, и все, в принципе. И опять эта горячая картошка, да почему она мне всегда выпадает? Что-то очень часто реально выпадает мне эта картошка, может быть, чуваку отдать? Извини меня, конечно, ну, как бы, ну... Я уже задолбался. Он сейчас сдохнет, да? Он сейчас сдохнет же, да? Типа, ну, должен, по сути, или нет? Ну, или урон потеряет хпшки. Так, а он сейчас мне передаст или нет? А он чуваку сейчас передаст. Все, сейчас этот чувак... А, нет, надо! Нет! Все, капец, я сдох, наверное. Я сдох? Ребят, я сдох? Или нет? Я могу кому-то передать еще? На. Блин, зря я это сделал, конечно. Да смотрите, мы просто... Иди отсюда! Да ты смотри, какой хитрый, он забежал туда, и я не могу его ударить. Ну, я сдохну когда-нибудь или нет? Че она... Почему она не взрывается? Мне хочется уже помереть побыстрее, если честно. Ну... Ну и чё? Прекрасно. А! О, это желтый был. Я что-то подумал, что это красный, блин, если честно.
Это просто приколы. Я просто через каждый лаки-блок мне попадается гребаная картошка. Это просто издевательство. Топоры ГК улучшены. Но я не помру, надеюсь. Мне даже яблоко не помогло. У меня еще бы пол бы сердечко бы восстановилось бы. И я бы выжил бы, блин. Но нет. У нас зеленый. Ребята, нет! 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 В жопу иди, в жопу! Все, прекрасно, я его увольнул. Чуть не сдохли, блин. Капец. Так, все. Есть, мотыга. Это пушка? А, красный, ёпта. Херач его. Прекрасно. Это что за вещь? Шахтность 2, но бэк 1. Пацаны, хотите, бегите. Я, если честно, не знаю, зачем она мне нужна. Я бы взял лаки-блоков сейчас и вообще подумал бы, что делать дальше. В принципе, наверное, попробовать на кого-то напасть, потому что, ну, в принципе, обычно я всегда сижу на базе, и это не очень хорошо. Сейчас просто хожу и ломаю лаки-блоки. Вот и вся моя, в принципе, вот все, что, в принципе, я и делаю. Как бы, да, с одной стороны, это как бы... Так, чувак пишет то, что... Так, я могу отдать диско-шлем. Red. Я так понимаю, надо напасть на красную команду, пишут. Потому что красные тоже на нас напали уже, и можно им отомстить, попробовать их вальнуть. Так, отлично, вот они и красные. Чтоб тебя! Это что такое, крипелы? Крипули, пули! Идите отсюда, крипули! Вы откуда взялись-то? Это что за херабин, блин? Это что реально происходит? Так, о, гравити! О, нихера себе. Так, все, короче, будем сейчас красных валить просто в одно место. И давай, давай, давай. Тихо. Тихо. Помаленечку. О, нет, 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 чувак, не пали, пожалуйста, не пали. Так, желтый идет, красиво, красиво сейчас отвлечение на него, а я буду, типа, не на него отвлекаться, и не знаю. Так, оп, оп, так, ну, сейчас опасно нападать в любом случае, если желтые будут рядышком, то можно и напасть, но как бы так это как-то опасно, если честно. Тут 3 игрока, или 2, они все ушли, дебилы, дебилы, красный упал, быстро. Быстро, давай, чувак, давай. Есть, я кровать сломал, первая моя кровать. Отлично, чувак, здорово. Здорово, давай, давай. Как же я давно кровати сам не ломал, если честно. Я уже забыл, как это, блин, делать, блин. Так, скелеты меня валят, ничего страшного. И что мы делаем? Может быть, какую-то зельку? Огненные шары я люблю брать. Они взрываются жестко просто. Идите отсюда, скелеты. Иди отсюда, скелет. Это непонятный лаки-блок какой-то. Еще ты иди. Все, где красные? Их нету. Они сейчас помрут, в принципе. Осталось 2 игрока. Что-то желтые пишут, я их не особо понимаю, потому что это английский. Я его сам, ну, не особо понимаю. Поэтому, в принципе, думаю, то, что понятно, почему я их не понимаю. Да. Вот и синяя команда. Может быть, на другую напасть? Нафиг надо, блин. Что-то они какие-то очень жесткие игроки, блин, если так смотреть. Так, диджек, давай. Полетели. Все, ребят, полетели к ним. Ты, Гаст, тоже бесишь меня? Иди отсюда. Давай. Так, я опять что-то прокачивал. Неплохо. Так, есть у нас какой-то еще офенсив, какой-то лаки-блок. Это, я так понимаю, какой-то интересный лаки-блок. Панч 5, это то есть отталкивание 5. Неплохо. А, это зеленые. Так, это зеленые. Может взорвать издалека? Отлично, бомбежка, просто жесть. Так, и как бы это, по-моему, мои полномочия все на этом. Потому что у меня нету ни блоков, ничего вообще. Точнее, блоки это есть, но как бы я не хочу строиться так. Я хочу как-то красиво. Я вообще сдох. Ну ты дебил. Боже, как можно так подыхать, я просто не понимаю, это просто, это только я могу так сдохнуть, ну правда, блин, вот я, реально, это просто прекрасно, я не знаю просто, как это комментировать. Да иди ты в жопу, газ гребаный, блин, иди отсюда, валите его, пацаны, он сейчас кровать всю долбанет нашу, давай, а в смысле я толкнул, я видел, я отталкивал, не надо врать, иди отсюда. Газ гребаный, отвали от нас уже, блин. Сколько можно? Сколько уже можно издеваться? У нас 4 игрока, это неплохо.
многие, я просто замечал то, что выходит, там 3 игрока у нас остается и так далее. Опять-ка я тебе, картошка, ты прикалываешься, чувак, тебе оно нужнее, как бы, ну давай без фокусов, да, там, вот, да. Окей, в принципе, давайте будем ломать, он даже этого не заметил, поэтому мне даже это выгодно, то, что он этого не заметил, а если заметит, нет, чувак, даже не пытайся, а, он помех уже, все, нормально, он не помех, но он хпшки потерял. Так, рандом тим апгрейд. Железный генератор, блин, ну я думал то, что у нас получше прокачано. Так, и куда Эндерпёрл отправляет? Я так понимаю, он на кровать какую-то отправляет. Но как бы зеленая команда уничтожена. Так, они куда-то пошли, может быть с ними тогда пойти? Я не знаю, это хорошо или не особо хорошо, но как бы можно попробовать. Почему в принципе нет? Если они туда идут, то давайте уже всей командой идти, чтобы уже всех вольнуть. Это тем более красные, чуть не умер опять очередной раз. Но я могу, я умею, да. В принципе, я думаю, вы это уже заметили, да? В принципе, и по прошлым старым роликам. Так, давайте, я сейчас типа магма. И сейчас вальну типа... Вау, 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 капец, валятся. Валятся, капец. Короче, это какие-то супер читерные игроки какие-то попались, блин. Я что-то... Вы были замаскированы как игрок синих? То есть я теперь как синий, типа... В смысле? Когда? Какого фига? Херачи вон в одно место просто. Как? Просто как мы могли кровать потерять? Ну синие что, победят что ли? Нет, ну как-то это не особо круто, если честно. Как-то хотелось красных добить, а потом на синих пойти, блин. А в итоге синие на нас пошли. Пока мы думали о красных. Прекрасно. Так, нет, 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 ну пацан, не надо. Ну нет-то, пожалуйста. Синий, 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 чуваки! Синий, херачи его! Херачи его, чуваки! Херач, красавчик, чувак, кто-то скелет, красавчик, просто вальнул его. У меня картошка, у меня опять картошка, это просто издевательство. Это просто какое-то издевательство просто. Опять апгрейд какой-то, золотой генератор, это очень, кстати, хороший апгрейд. Если у нас появятся еще изумруды, то это вообще будет просто шик самый настоящий. Так, все, надо действительно думать, я сейчас могу прокачать броню, почему нет? Почему нет? Броня так броня. Все, сейчас меч еще появится. Нам нужно прокачать инструменты. Так, больше не могу, к сожалению. Мне бы лучше, конечно, кирку прокачать. Так, есть, все, есть кирка. Все прекрасно. В принципе, можно сейчас пробовать что-то и как-то и что-то делать. Да. Так, чувак, ты куда смотришь? Это эндерпёрл или что? А, это может быть от меня вот эти яйца. Не знаю, короче, у меня какие-то вещи появляются. Главное, чтобы не горячая картошка, потому что он действительно очень мешает. Очень мешает, и не хочется хпшки терять просто так. Да и, в принципе, сейчас есть шанс умереть. И у всех, кстати, кровати сломаны. Я только сейчас заметил. Это получается, у нас есть шанс сейчас просто выжить. Это прекрасно. И да, как видите, меня сейчас вот эта музыка взяла и просто оттолкнула за полкилометра просто. Да, нас двое, получается, осталось. Сейчас надо какая-то, нужно какую-то тактику делать. Синие, насколько я понимаю, очень жесткие. Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? Ну, я могу пошифтиться с тобой, как бы, ну, и чё дальше? Я могу сделать вот так вот. И мы, типа, побежим. Бляха! В смысле? Чё так быстро-то?